Я не готова к съемкам. Че это? Я еще прическу не сделала. Ты идешь кушать? Нет. Почему? Я подожду, пока ты сделаешь работу за меня. Ну, я люблю, когда ты на кухне сидишь и ждешь. Ну, может быть. Саня сидит на балконе, кайфует от жизни, Саня. Саня! Я готовлю завтрак. Я уже поставила хлебушки нагреваться, поджариваться, водичку кипятиться. Опять гнобик достать своими видосиками. Достаю. А ты вообще смотришь? Понял. Ёлик заказал пашот, поэтому эти два яйца будут для пашота. Это для моего омлета скрэмбл. Молодец. Потом я еще пожарю стручковую фасоль для себя. Вот. Будете наблюдать за моим приготовлением завтрак. Запретил Софии снимать во время езды с целью безопасности. А ведь она даже взяла стабилизатор. А можно, я спортом занимаюсь. Ага, я вижу, прям как спортом занимаешься. Короче, она взяла стабилизатор даже, чтобы каким-то образом все это переделать, но я сказал ей... Это интереснее. Интереснее. Я сказал, что нет, потому что когда на велосипеде едешь, особенно по мокрому полу, нужно думать о безопасности. А еще мне мошка в глаз попала. Вот именно. Представь, что мошка в глаз попала, а что ты в это время снимаешь. Я просто здесь очень сильно расхерачился один раз, прям. Да? Так что я, наверное, месяц заживал. Я содрал себе все плечо, спину, ноги. Ну ладно, поехали. Хороший день, потому что мы поедем смотреть диваны. Через месяц родители Ёлика поедут переезжать, будут переезжать в свой домик. И мы хотим обновить мебель в гостиной и на кухне. Так что мы сегодня будем смотреть диваны. Лук casual такой, типа, а-ля хип-хоппер. Ага, а-ля жена взяла футболку мужа. Ну и что? А у меня маска с цветочками. Каждый день у нас начинается с захода... Незакрытой двери. С захода в машину. Да ладно тебе, она всегда открыта. У нас украли пульт от ворот, поэтому теперь мы открываем их сами. Теперь вы знаете. Нет, вы знаете. Кот от ворот. Многие меня спрашивают, что можно купить за 1000 евро в Европе? 2006 год. Механическая коробка передач. Установлена ГБО. Горящая лампочка check engine. Заводится как минимум с третьего раза. Обычно с пятого. Все прекрасно. Можно ездить. Вчера ужинали вместе с родителями и разговаривали насчет их переезда, насчет того, что они забирают, что оставляют нам в квартире. Мы, конечно же, хотели, чтобы они все забрали, но на первое время нам нужна хоть какая-то мебель, поэтому со временем заберут. Мы смотрели мебель только в Икее, не знаю почему, но просто потому что привыкли, там красиво, проверенные и все такое. Но они сказали, что сейчас во многих других мебельных магазинах большие скидки и хороший выбор, качественный. Мы зашли на пару сайтов и действительно нашли хорошие вариантики. Поэтому мы решили
все-таки сходить, посмотреть, если нам что-то понравится, через какое-то время заказать. И уже в июне у нас будет новая гостиная. Красивая, как я мечтала. Я очень хочу красивую гостиную, красивую кухню, куда мы сможем звать наших гостей, ложить их на ночь, если нужно будет. Поэтому очень жду этого момента. А ты? А я? Я очень жду момент, когда я накоплю денег и куплю себе новую машину. Набиток повсюдный. Что значит? Мебель для всех. Мне очень понравился этот диван. Именно в таком цвете. Он такой, типа, бархатный, что ли, не знаю. На нем будет видно вся шерсть, то, что он. Ну, ничего страшного, буду убирать. Его раскладываешь, и мне кажется, туда человек 5 может поместиться, чтобы спать, валяться, кино смотреть. Тебе нравится? Да. Я прям буду, когда у меня будут выходные, ложиться на него и не сказать. Кукусики. Классно ходить в магазине, когда нет людей вообще. Да. Сейчас еще стульчики посмотрим и столы для кухни. В приоритете у нас сейчас стоит диван и стол со стульями на кухне. Диван мы вроде нашли, но еще посмотрим. Стол у нас пока что только в IKEA вариант есть, потому что здесь только квадратные были, а я хочу круглый. Стулья под вопросом. Вроде симпатичные были, но не факт, что возьмем. Сейчас едем во второй магазин, посмотрим. И будем думать, что возьмем. Да, Юрик? Да. Испугался, но в целом был не против. Еще нам нужны шторки в гостиную, чтобы не было солнечного света вообще никакого. 140. Ну, надо, чтобы плотные были, и хочется ну, все-таки плотные. Поматовый. Вот что-то такое, чтобы они не блестели, вот какой-то. Хочу поставить какие-то маленькие столики перед диваном. Вот что-то, наверное, вот такое. Не, ну зеркало прикольно, но, да, опасно. Вот, вот такой. Вот такой красивый, как стульчик. И больше, потому что это комфорт. Комфорт стоит своих денег. Супер. А почему это две, это 2,5? Это стоит 2, серые, а коричневый стоит... А нам все равно серый нужен. Тоже 2. А точно такой же коричневый с этой стороны стоит 2,5. Может, там без скидки? О, ё-моё. И наклонись, ё-моё. Мне веса не хватает. Заходите, мадемуазель. Опа. А теперь тяни. Моя женщина. Не баба, а мечта. Мне говорили, возьми русскую женщину, не пропадешь. Коня на ходу остановит. В горящий дом забежит. Все, я хочу быть посередине. Сейчас ты меня скинешь. Тут вечером все начинает оживать. Лягушки крякают. Эти гуси-лебеди тоже крякают. Уточки. Это так мило. И правильно. Но читать мы это не станем. Ну да. Да, здесь такие щели стрёмные. Вот такие. На этом все. Мы с Соней пойдем обратно наверх. Сядем в наш... почти кабриолет. Все может исправить болгарка. И поедем в наш хаус. Да.